Мэрт Рамазан Демир – популярный в Турции актер. Известность которому принесла роль Атеша в фильме «Учитель». Фильмография актера насчитывает немного ролей в кино и телесериалах, но он уже стал турецкой восходящей звездой и удостоился признания зрителей. Творческий путь успешного актера Мэрта Рамазана Демира начался в раннем возрасте. Актер появился в одном из эпизодов успешного сериала «Опасные улицы» еще в 2015 году. Большой успех Демиру принесла роль избалованного мажора Ферита в мелодраме «Зимородок», которая вышла на экран осенью 2022 года и стала настолько рейтинговой, что тут же была продлена на второй сезон. В 2023 году актер сыграл главную роль в приключенческом сериале «Шахмаран». Сегодня турецкие фильмы и сериалы с Рамазаном Демиром привлекают внимание зрителей. Будущий актер родился в семье домохозяйки и торговца. Дата рождения Мэрта Рамазана Демира – 28 января 1998 года. Случилось это в деревне Шиле, который находится рядом со Стамбулом. Знак зодиака – Стрелец. Что касается родителей Мэрта Рамазана Демира, то его отец занимался бизнесом, а мама была домохозяйкой. В семье было 5 сыновей. Мэрт был самым младшим среди своих братьев. Начальное и среднее образование мальчик получил в своей родной деревне. В старших классах он задался целью стать известным футболистом или же баскетболистом. Рамазан Демир занимался спортом на профессиональном уровне. Однако, достигнув 17-летнего возраста, его желания изменились после посещения театрального кружка. Мэрт читал пьесу Гамлета и попробовал одновременно играть роль. Рамазан Демир и сейчас часто вспоминает этот момент. Тогда он поймал себя на мысли, что это первый раз, когда он пытается притвориться самим собой. После этого случая парень твердо решил стать актером. Окончив среднюю школу, он выучился в учебном центре «Диалог» Анлатим и Латишим. Уже позже он брал уроки в актерской студии Мишель Данер. Мэрт никогда не забывает то волнение, которое овладело им на первых пробных съемках. Ему всегда казалось, что он берет всю ответственность за жизнь своего персонажа на себя. В эти минуты его менеджер Тюмай Озокур всегда приходил ему на помощь. Актер до сих пор считает этот период ренессансом своей жизни. Также следует добавить, что помимо профессии актера, Демир работал в качестве оператора в нескольких сериалах и фильмах. Первый раз Мэрт попал на съемочную площадку в 2015 году, где увидел вблизи многих турецких актеров, которыми раньше восхищался лишь издалека. Затем Демир получил небольшую роль в мелодраме «Госпожа Фазилет и ее дочери», где одну из главных героинь играла Афра Сарачуглу. Сразу же в трех фильмах начинающий актер снимался в 2019 году. «Три апокрифа», «Клятва», также «Я – это ты» и «В твоем голосе – любовь». Следующим этапом в актерской карьере Демира стала роль Джема в телесериале «Обнаженный». Но настоящую популярность ему принес образ Атеша, созданный им в драматическом триллере «Учитель» с Илькером Калелли в главной роли. В 2021 году вместе со своим другом Мертом Язид Жиоглу актер снялся в криминальном триллере «Время умирать». Там он сыграл ключевого персонажа Айхана. История об убийстве в молодежном туристическом лагере держала зрителей в напряжении до конца последней 8 серии. Также запомнился Демир в мелодраме «UFO», где выходит на съемочную площадку в
компании Ипек Филиз Язиджи, Ферита Актуга и Элиф Чакман. В 2022 году Мерту Рамазану досталась главная роль в телесериале «Зимородок». Взбалованный и легкомысленный представитель золотой молодежи Ферит вынужден жениться на девушке по имени Сайран против своей воли. Принудительный брак со временем поменяет персонажей. Их трансформация происходит на глазах зрителей, которым сериал очень понравился. Главную героиню, целеустремленную идеалистку Сайран, в нем сыграла восходящая турецкая звезда Афра Сарачуглу. В одном из интервью актер рассказал о своем персонаже и его характере. Ферит прожил свою жизнь в богатстве. Из-за болезни вырос с маленькой розочкой в руке. Но в то же время парень находится под сильным давлением со стороны своей семьи. Такое положение порой доставляет ему неприятности и дискомфорт. Он никого не боится, кроме деда, поэтому живет свое удовольствие. Я научился перевоплощаться из одного настроения Ферита в другое и быстро переходить от одной сцены к другой. Красивый и харизматичный актер быстро приобрел массу поклонников, которые всегда интересуются его частной жизнью. Из интервью Рамазана Демира удалось узнать некоторые факты из его личной жизни. Он всегда взволнован новыми ощущениями и переживаниями. Турецкий актер Мерт Рамазан Демир считает, что счастливым его делает полученное удовольствие в конце работы. Он очень счастлив от того, что может использовать для этого удовлетворение своим актерским опытом. Он считает себя больше эмоциональным, нежели меланхоличным. Когда Мерта Рамазана просят охарактеризовать себя, то он называет себя наивной тайной страстью. В те дни, когда у него нет съемок, актер смотрит фильмы или же просто спит. Если же он вышел на съемочную площадку, то он полностью концентрируется на своей работе, не занимаясь ничем другим. Ему нравится вспоминать те моменты, которыми он наслаждался ранее. Если Демир хочет чем-то заняться, но не уверен в конечном результате, то он сосредоточивается и всегда пытается довести это дело до конца. Его возбуждает именно состояние стремления к чему-то новому. Дружба, которую он устанавливает с некоторыми окружающими людьми, является для него одним из величайших источников счастья. Конечно, есть и такие люди, которые появляются на короткое время, а после исчезают из его жизни. Но есть и те, с которыми у актера устанавливается неисчерпаемые дружеские отношения. Актер, как и ранее, старается поддерживать свою физическую форму. Он интересуется такими видами спорта, как баскетбол, футбол, настольный теннис, плавание и бокс. Также он уделяет немалое внимание своему питанию. Что касается такого вопроса, как Мерт Рамазан Демир и его девушка, то пока известно только то, что актер не женат. В сети появилась информация, что Рамазан Демир влюблен в Афру Сарачуглу. Однако официальное подтверждение об этих отношениях так и не появилось. Если говорить о его критерии привлекательности, то актеру нравятся более спокойные женщины, нежели слишком активные. 2023 год ознаменовался для актера участием в проекте Netflix «Шахмаран», где он сыграл одну из центральных персонажей. Сериал представляет собой пересказ древней легенды о царице змей и ее последователей в нынешних реалиях. В картине переплелись различные жанры – фэнтези, детектив, триллер, драма. Помимо того, богатый событиями телесериал «Зимородок» показал высокие рейтинги в Турции.
чем заслужил немало хороших отзывов зрителей и критиков. Его съемки продолжились, и выход второго сезона был запланирован на конец 2023 года, начало 2024 года. Если вам понравилось видео такого формата, пишите комментарии, нам важно ваше мнение. Также подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.